Привет, с вами Анастасия Кривицкая, и сегодня я подготовила для вас классный лукбук, в котором хочу показать, как внедряю отдельные тренды в свои повседневные образы. Начнем? А начать я хочу со своего любимого образа, который объединил в себе сразу несколько трендов. Брюки из кожи, топ с американской проймой, который я так полюбила, начала все лето и продолжаю активно его использовать и сейчас. Также здесь я применила трендовые сочетания кожаные брюки и простой минималистичный топ. Эту комбинацию часто можно увидеть в осенних показах, и смотрится это действительно потрясающе. Кажется, все супер просто, супер простой образ, но минималистичный стиль топа просто великолепно уравновешивает дерзость брюк. И так как это образы на переходной период, я накидываю базовый объемный тренч. И для баланса объемов также возьму сумку побольше. Здесь я также обула мюли с открытой пяткой, что еще раз подчеркивает этот переходной период, когда становится то жарко, то прохладно. И такой вот образ помогает чувствовать себя комфортно. И что еще хочу отметить здесь, так это гамму цветов. Все вещи в теплых тонах и почти все в одном цвете, но в разных оттенках. Обожаю обыгрывать в образах оттенки одного цвета. На следующий образ меня вдохновил тренд на офисный стиль, который не первый год уже присутствует на модных показах. Но я, как всегда, интерпретирую тренды под себя, поэтому надела костюм с кедами и футболкой. Так как костюм классического кроя, прямые брюки и прямой пиджак, то есть он не оверсайз, поэтому я сбалансировала образ объемной сумкой. Если бы костюм был как с мужского плеча, в следующий раз как-то покажу вам, то я бы здесь взяла сумку поменьше для баланса. Вообще костюмы – это моя любовь и спасение. В нем свободно, легко, всегда стильно, везде уместно и комфортно, особенно в этот переходной период. А замените футболку на какой-то джемпер потеплее, кеды на ботинки, и образ готов на период чуть попрохладней. В третьем образе я снова обыграла несколько трендов. Это кожа, это тот же топ, прямая длинная юбка и оверсайз рубашка. В принципе, здесь вы можете обыграть юбку такого фасона из любого материала, например, из денима, очень популярные тоже, или костюмные, неважно, важна модель. Обратите внимание также здесь на обувь. В Инстаграме я уже показывала, что если взять лоферы в черном цвете под эту юбку, то они сильно приземляют образ и визуально уменьшают рост. Часть ног между юбкой и черной обувью кажется сильно маленькой. Особенно это важно для девушек невысокого роста, обращать внимание именно на обувь. И если вам не хочется одевать каблук в данном образе, там вы будете бегать, например, и вам некомфортно на каблуках, то вот такие вот мюли или лоферы в тон кожи – прекрасный вариант, так как они сливаются с ногой и визуально кажется, что ноги нескончаемые. Кто-то там писал в комментариях, что все это чушь, но я лишь советую, а принимать эти советы или нет, дело ваше. Скажу лишь, что обувь всегда очень сильно влияет на образ в целом. В следующем образе я надела снова трендовую куртку-косуху, она же кожаная куртка. Почему снова? Потому что до этого сезона она была немного не актуальна. Теперь же снова возвращается на подиум и снова возвращается к нам. Также надела один из самых горячих трендов, это прямые свободные брюки полной длины. И снова мы здесь видим тот же белый топ. Это теперь у меня замена белой футболки. Так вот, что я хочу здесь отметить, на что хочу обратить внимание, так это на эту курточку. Они снова вернулись в моду, но вот носить их очень важно именно с длинным поясным изделием. Это может быть брюки, свободные или прямые джинсы полной длины, или wide leg, или юбка макси длины. Можно также и миди юбку, но тогда нужно подобрать подходящую обувь. С любой, в принципе, вещью, которая будет балансировать эту короткую курточку. В целом, если посмотреть осенние коллекции,
то можно заметить это сочетание чего-то укороченного сверху и удлиненного снизу. Так и сочетаем. И еще, что мне нравится в этом образе, это комбинация цветов бежевого и темно-синего. Всегда удачное и красивое сочетание. Классический образ, который из года в год считается базовым и стильным. Это джинсы, пиджак и футболка. Только вот немного фасоны в этот раз поменялись. И я надела трендовый топ. Теперь вы понимаете, почему я так полюбила этот топ. Он как основа любого образа. Также надела джинсы полной длины в классическом цвете. Еще одна замечательная базовая вещь в гардеробе, которая остается актуальна годами. И одно из самых популярных сочетаний этого сезона, снова-таки, которые можно заметить на подиумах, это вот такие вот классические темные джинсы и обычный белый, или это может быть серый, черный, неважно какого цвета, но важен фасон этого топа, топ с американской проймой. И здесь я также накинула прямой пиджак в бежевом цвете. Цвет пиджака здесь, в принципе, тоже не важен. Это может быть любой цвет пиджака, который у вас есть. Но у меня что-то снова потянуло на беж в этой подборке. Осень, наверное, навеивает. Поэтому следующий образ тоже в оттенках бежевого, но в сочетании с базовой голубой рубашкой. Да, та самая рубашка, которую я каждый раз советую вам в видео о базовом гардеробе. Как видите, она в любом сезоне пригодится. В данном образе я сделала акцент на комбинации цветов. Это роскошное сочетание я давно для себя отметила, а в этом сезоне еще и увидела на подиумах. Имею в виду сочетание бежевого и голубого. Более того, из трендов здесь снова кожаные брюки и тренч. Все это в оттенках одного цвета, а рубашка как яркий акцент в образе. Этот образ один из моих фаворитов. И, наконец, когда возвращается бабье лето, советую пользоваться моментом и, например, использовать бермуды с футболкой и блейзером. Всегда беспроигрышные сочетания. Здесь я решила надеть босоножки, потому что сентябрь — это такой период, когда лето иногда возвращается ненадолго и гуляет с открытыми ногами достаточно комфортно. Я всегда использую это время, чтобы по максимуму относить летние вещи. В целом, все эти образы подходят не только на раннюю осень, все зависит от вашего климата, но, к примеру, на весну они точно еще пригодятся. Поэтому запоминайте комбинации или сохраняйте себе видео в плейлист, чтобы не потерять на будущее. Ведь это те образы, которые из года в год остаются актуальны. Не знаю, что нас ждет через 10 лет, но в ближайшие несколько лет они точно вам пригодятся. Также хочу попросить поддержать мой канал комментарием под этим видео и пальчиком вверх, если оно вам понравилось и было полезным. А с вами была, как всегда, Анастасия Кривицкая. До скорых встреч!